Есть право ни купить, ни продать, да. Как церковь, по церкви земля, она будет в эту категорию земли. До сих пор она была другой. Вот год назад. Год назад она была совершенно другой земле. Там можно было, да. А мы его взяли, сделали доменем публичным. Все. Чтобы не имел ни на кого удобно, ни на примара. Пойдет этот примар, будет другой, чтобы он тоже не мог. Но если мы вас захотели бы забрать у вас, мы вас что спросили? Полтора года у нас нет договора с ним. Ничего. Тихонечко берется и продается, и все, и вас никто не спрашивает. А мы что делаем? Домене публично продать или как? Домене публично для того, чтобы не продать, а не для того, чтобы продать. Я говорю, как правильно, примар правду говорит. И когда у вас каждого будет это письмо в руках, вы здесь торговали, у вас 7 лет, 20, и у вас будет бумага, сейчас я подготовлю. Короче, Санка или стрессом будет. Я же еще раз, вы же грамотные люди. Я же вам взял, пишут доменю публич, это означает, что эта земля не может быть продана, не может быть передана. Для чего я это сделал? Для того, чтобы кому-то продать? Это же я сделал для того, чтобы нельзя было продать. А вы меня обвиняете в том, что я его хочу продать. Зачем мне нужно было вот это делать? Никто не обвиняет просто за это, кто это все организовал. Просто все знают, кто такой человек. Поэтому и люди переживают за это, понимаете? Вы в 2000-х годах, Константин Петрович, Добров здесь были, патентом этим бегали. Мы нас, как его, штрафовали нас. Мы вместе с ними, чтобы вам здесь сделать условия. Сейчас вдруг прошло, что мне, после 50 лет надо что-то еще или как? Мне достаточно всего есть, мне не надо больше ничего. Вот оно. Есть для вас, и никогда в жизни этот грех на себя не возьму, чтобы 480 семей остались без работы. Это надо быть просто идиотом. Это надо вообще... Хорошо. Вот оно, доменем публичи. Специально мы сделали это. И для того, чтобы никто не мог ни продать ничего. Все. Хорошо, вот они пришли измерили, а вот эту тут почему ее тоже измеряют? Почему ее тоже ставят? Вот наши... Почему вам вы, смотрите, это же несправедливо. Вас, что вы платили, я вам еще раз говорю, что не будет больше, будет меньше. Те, которые нелегально... Вы же здесь тоже самый раз завели. Да, они тут вели, но они не работают. Вас, если возникают вопросы, вы их задавайте, я здесь команду. Почему вот? И мы их решим, скажем. Человеку. Вот это не моя. Но договор сделан на мои. Как это сделано? С тем человеком делаем. Мы, задача здесь на рынке, если вы друг друга знаете, кто здесь продавал, мы уже здесь 20 лет. Мы так и будем делать. Мы не будем делать, что мы этого человека нет документов, иди вон отсюда. Нет таких указаний, я сразу знал. Что человек, если здесь торговал, даже если он здесь торговал, нелегально. Не важно. Нет, он делает с вами легальный договор. Нет, ну вот я пришла в договор, это целый день. Я пришла, они пришли, я предоставила договор на основе договора. Нет, они не приходят, не шли. Сейчас я приглашу. Я приду в договор, вы видите, что я не...
на нервах. Вы за это не беспокойтесь. Вот я эти деньги стою. Зачем за это беспокойтесь? Вы просто не пришли, которые не исполнили. Сейчас с этим разберемся. Сейчас никто лишний вам не даст ничего. Нам хватает, что здесь. Попалась? Да, попалась. Просто средства вот идти не получится. Билбакс аэросин. Он нас зависит. Седьмой год. Участки заняты рынками. Чего меня так унижаешь? Участки заняты рынками. Видишь, публичная собственность. Что еще нужно? Они, на этот закон никто не ссылается. Седьмого года, который вышел. Нужно сейчас то, что вот вы обещали мне, того, что документально... Вот то, что они измеряли, чтобы вы пришли со своими старыми договорами с ними. Нет, ну, это мы сделаем, это другое, мы говорим о глобальном. О глобальном, неужели Алчкларьер, я не всем дать, речь идет о том, что даже... Речь идет о другом, что будет дана бумага, что даже поменялась примата. Малина? Нет, сейчас мы им разберемся. Так, как у вас старые. Так, нет, у вас старые есть. Я сейчас их приглашаю. Сейчас разберемся. Нет, так пусть они вообще эти то, что измеряли, не берут их расчет. Они сейчас я их пригласил в примарию. Пусть они то, что измеряли, пусть они же берут это. Они мне сейчас не держат. Они мне измерят оттуда, если у меня даже лодки нет. У вас старый договор есть? Да. По старым договорам сейчас. А у кого уже измерили? Переизмерят еще. Ну сделай тогда так. Правильно делать. Не обязательно. Кто хочет, пускай берет. Кто не хочет, пускай берет. Ну это обязательно медицинское страхование. Зачем обязательно? Послушай меня. Закон вот взять. Зачем вам нужно было сделать 7 год назад? То, которое это Здравствуйте, здравствуйте. Вам такой вопрос возникает. Насчет измерений, да? Да. Раз ты нужен мне здесь. Двери открываются. В эти, как его, где двери открываются, здесь не измеряют. Здесь вот площадь. Да, вот, именно будку, да. саму эту. Нет, конечно, нет. Только здесь. Как оно было по старым договорам? Да, по старым договорам. Придерживайтесь старым договорам. Там вот женщина, там, где умер мужик, к примеру, там есть квадрат, она заключит уже с вами. Как его. Но в договоре, когда с ней будете заключать, вот, насчет умершего, чтобы потом претензии не предъявляли там родственники. Ну, потому да. Что это не по закону человечества. Да, вот да. Придет, скажет, мой отец здесь торговал, мы же не сможем его отказать. Поэтому договор не указать. Если будет предъявляться претензии с той стороны, в этом случае. Мы когда делаем старый договор, берем кто хозяин, внизу пишем владелец. Да. Потому что есть много арендаторов. Да. На основании этого дела. Потому что те, которые даже, мы знаем, что здесь разные. Здесь не улица, не улица Победы, здесь не уличная торговля. На улице, да, все поняли? Хорошо, а вот эти столы, которые вот у них старые есть старые договора, вот по старым договорам. Хорошо, вот сейчас у меня сейчас вам вопрос. Да. Вот по старому договору у женщины 2,8 получается, да. Контейнер. Сейчас мы когда и мерим только контейнер, вообще дверь не трогаем, у нее получается 2,4. Вы контейнер мерьте, который... Ну вот у нее старый, по старому договору 2,8, без уличной торговли, просто контейнер. Уличную не считайте, контейнер считайте. А сейчас получается, что у нас 2,4 выходит. Значит, я больше платила. Сейчас буду меньше. Сейчас будет меньше. Вот согласно контейнера делать. Все, спасибо давай, вам тоже. Все мерить. Не нужно ничего. Еще вопрос не по теме. Можно? Все по старым договорам. Вы... 5-6 дней. Тут два контейнера. Перемирить, пожалуйста. Ты же перемирил. Прямо договора будем делать на один год или... Один, а потом можно и на 3 года. Чтобы люди более интересно, чтобы...